Я в моменте, и пролетел который день, я не заметил. На своих двух, и мне навстречу только ветер. Мне светит солнце, хоть и говорили все тут, что мне ничего не светит. Свою жизнь я просто бегу за чем-то. Не знаю зачем, просто бегу за чем-то. Я так давно уже не находил момента, чтобы сделать вдох, выдох, перезагрузить ленту. Я уже и забыл, когда смотрел на звезды и делал все, что хотел, ведь так хотел быть взрослым. Когда еще я вернусь домой в тех старых кросс, ты скажешь мне никогда, но никогда не поздно. Красиво, да? Да, очень красиво. И пидорасов нет, видишь? На нас глянул тоже на 10 тысяч. Он говорит, я 15-го, говорит. Что тут делать? Что там делать? Уранит он. Да, встала специально. Вот пляж белый, посмотрите, какие лайнеры. Не вижу, что снимаю вообще. Отсвечивает все. Шик. Песок белый, девчата. Все. Сейчас я с разбегу пойду акул пугать.
Смотрите, какой здесь кайф. Так, девчата, знакомьтесь, Персидский залив, пляж знаменитый. Так, вот наше колесо. А вот вот этот дом, где Маке фотографировался с отверстием посредине. Так пахнет здесь водой. Прям вообще. Говорят, что местные не купаются. Для них холодно. А, приезжим пофиг все на пляже.